Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. Я рада, что вы со мной. Я рада, что вы смотрите меня. Сегодня я хотела бы с вами приготовить небольшой десерт. Я уже так немножко задумываюсь о будущем, как можно сказать. Уже скоро наступит День влюбленных. Это 14 февраля. Поэтому у меня кое-что уже в планах есть. Кое-что я уже придумала, кое-что смотрю, кое-что подкупаю. Так что понемножку я приготавливаюсь к этому празднику. Но, к сожалению, я буду на работе в этот день. И у меня будет такая смена с 2 до 10. То есть я уйду где-то из дома в 12 и приду в 11. Поэтому праздника у меня как такового, можно сказать, не будет. Я проведу их в работе, но... Ничего не поделаешь, план есть план. И хочу я приготовить такой небольшой десерт по книге, по немецкой книге. Эту книжечку мне подарила. Вот, она принесла ее, то есть она до такой степени старая, с 99-го года. Но за столько лет, то есть этой книге сейчас получается 22 года. Ничего нового не придумывали. Так все оригинально в ней описано и просто. Поэтому я возьму с нее один рецептик из фруктов. Это будет десерт. Десерт будет из персиков. И попробую его сегодня с вами приготовить. Сама я его никогда не делала. Для меня тоже впервые. Поэтому будем делать его вместе. Еще вам хотела сказать. Некоторое время моя дочь работала у меня оператором. То есть она снимала меня. Но из-за того, что... то подружки, то на улицу ей хочется, то какие-то домашние задания, то, ну, в общем, купила я штатив. Вот и сегодня я хотела бы вам его показать. Это очень замечательная вещь, я хочу сказать. Никогда даже об этом не думала. Сколько бы мы не снимали сами, когда отбегали, кого-то всегда не хватало в кадре. Там какой-то праздник, Новый год. Даже когда вот мы, бывает, ходим на дачу, можно его с собой взять. То есть получалось так, что либо кого-то нету в кадре, либо нужно кого-то просить, чтобы нас снял. Поэтому я приобрела ее. Очень замечательная вещь. И вам советую приобрести. То есть она вам очень пригодится. В плане того, что даже можно ее взять с собой на дачу. Не весь... декор убрала, поэтому я его принесла. Вот уже второй день он у меня стоит и радует мой глаз. Такая у меня вот веточка симпатичная. Сейчас покажу. Такая с листочками. Вот она с LED. То есть она на все случаи жизни. Не только как декор, как на Новый год. Ну и так она у меня он стоит постоянно. Я включаю, выключаю, убираю от времени. Ну сейчас у меня вот такое настроение. Вот. Ну, хотела я вам рассказать немножко о штативе, который я приобрела. Он выдвигается до 1,75 м. Вот. Вот это вот у него зажим. Он, получается, крутится на 360 градусов. Я на него могу не только телефон поставить, вставить, но еще и видеокамера. Здесь такие есть запасные насадки, что я могу видеокамеру еще поставить и большой фотоаппарат. Вот так она вот за ручку крутится и поднимается наверх-вниз. Вот одной рукой мне неудобно. Ну, в общем, она поднимается наверх-вниз, да, выше меня ростом. Я 1,73 м, а вот штатив поднимается выше меня ростом до 1,75 м. Вот прям вот здесь вот так вот. Он складывается замечательно. Вот с этой стороны написано, что максимально можно его раздвигать до 1,75 м. Ширина у него тоже 50 сантиметров может он в таком состоянии быть. Он работает от Bluetooth. У него вот такой есть замечательный пультик. То есть у него нажать, выключить, нажать, включить. То есть можно обойтись без посторонней помощи. То есть когда я одна дома и что-то мне нужно быстренько заснять, я вот его использую. Вообще я планирую его и на дачу брать с собой. У него вот еще идет в комплекте такой вот замечательный чехол. Он с ручкой. То есть положить ее, она складывается, она становится очень маленькая, такая компактненькая. Взял ее, закинул ее через плечо и пошел, куда тебе хочется.
Потому что на даче у меня очень красиво летом. Ну, в общем, сейчас я работаю без оператора. Вот такую камеру я купила в Амазоне. Ну, она, не знаю, дорого или недорого. Вот стоила она у меня 32 евро вместе с доставкой. Ну, я, в общем-то, довольна. То, что она у меня сейчас есть. В любой момент она мне может пригодиться. В магазин мне не хотелось сегодня идти, потому что на улице холодно, да и продукты у меня еще кое-какие есть. Поэтому будем готовиться не с того, что есть. В магазине я хочу сказать, что было уже половина продали, а нового завоза нет, потому что из-за снега машины не ездят, то есть которые были с доставкой. Даже вчера женщина одна рассказывала, что вот у нее муж работает на ЛКВ, то есть на доставке продуктов. Им отменили все доставки, и они сидят дома, возможно, целую неделю. Так что сейчас овощи и фрукты будут подороже у нас, как всегда, потому что доставок нету. Ну и, в общем, как всегда, дороги очень плохо чистят, снег так валит и валит. На улице минус 19, поэтому я не рискнула сегодня пойти в магазин. А сегодня я утром проснулась, было на улице так холодно, и я обалдела. У меня замерзли даже окна. Сегодня так замерзли окна, как будто мы в Сибири живем. Сейчас я вам даже покажу. Вот у меня вот такое окно, и вот здесь вот между резиночками вот так лед. А утром, когда я проснулась, там не только лед был, там снег был. И вот я сейчас еще его не открывала, но вот оно за день даже не оттаяло. И я его, в принципе, и боюсь открывать. Может быть, резинки могу повредить. Пусть оно уже так само оттает. А на улице, вот смотрите, до сих пор идет снег. Ну, конечно, сейчас уже стало не так чисто. Сейчас уже все из-за того, что посыпали солью, все уже стало грязновато. Но все равно, если вы за ночь опять вот так вот еще нападает, будет опять много снега, когда утром проснется потище. Ну и день, соответственно, прибавился. Из-за снега сейчас время вот уже 5 часов почти. Но еще на улице светло. Так что очень даже красиво сейчас. Такие деревья, ой. А вот особенно когда елочки, вот у меня на той стороне, они такие красивые. Столько много снега, они прям такие смотрятся. Торжественно они смотрятся. Ну, жаль, что у нас на Новый год не было снега. Детям, как всегда, нужен снег. Ну, вот обещают, что на следующей неделе уже дети пойдут в школу. Но еще не все, только до 6 класса, то есть начальные классы и кто ходит в садик. Наши пока еще будут дома, все уже устали. Но ничего никто поделать не может. Этот десертик я хотела бы вам показать. Вот он у меня в книжечке, в немецкой книге. Рецепт этот немецкий. Gefüllte Birnen, Kalte Platten. Все описание на немецком языке, но я все буду переводить и все рассказывать, как мы его будем готовить. В общем, здесь не только фаршированные можно использовать груши, но и все абсолютно фрукты, что есть. То есть принцип один и тот же, вы можете брать все, что угодно. Вот здесь вот есть груши, яблоки, персики и, скорее всего, вот еще даже здесь вот маленький кусочек, это абрикос или слива, я даже не знаю, что это. Ну, в общем, вот такая вот красивая картинка. И рецепт очень прост, поэтому все продукты у меня были. Вот такая дозочка с персиками. Они уже чищены без косточек. Порезанные на половинки я вот возьму. 1 ложка столовая орешков. Можно любых брать. У меня обыкновенные, которые продавались в магазине. Уже вот так они были измельченные. Можно грецкие, можно фунду, какие есть. 2 столовые ложки овсяных хлопьев. 100 грамм творога. Я брала вот такой шпайзекварк. Обыкновенная творожная масса. Вы можете обыкновенный творог взять, если вы хотите. Ванильный сахар.
сахар. Надеюсь, полпачечки как раз нам хватит. И чуть-чуть по вкусу мы положим корицы. И 2 ложки сахара. Я вот уже насыпала в чашечку. Еще нам понадобится циркляйнер, то есть измельчитель, чтобы измельчить орехи, овсяные хлопья. Ну и в принципе все. И я еще возьму один кусочек, ну в смысле один персик, я его порежу мелко. И тоже добавлю в нашу творожную массу, потом при измельчении, чтобы у нас получился как бы крем. И для того, чтобы вот наши персики не почернели, я вот добавлю еще, вот сок у меня вот здесь вот есть, лимонный. Я всегда так вот делаю, потом вот добавляю его куда-то. Мы еще вот его добавим. Персики я уже достала из дозы, уже освободила их от сока. Положила их вот на такую бумагу, чтобы они у меня пропитались, чтобы не было жидкости у них. В общем, они у меня уже довольно-таки сухие. Орешки и хлопья я уже измельчила, превратила их в муку. Добавила одну половинку вот такого персика в нашу однородная смесь. Получилась у нас вот такая вот, я сейчас даже покажу, она вот такая, как кашица у нас получилась. Сейчас я в сахар добавляю нашу измельченную смесь, ядерную смесь, можно сказать, высыпаю сюда творог. Ванильный сахар. Все присыпаю корицей, но совсем чуть-чуть, совсем все по вкусу. Совсем чуть-чуть. Видели, сколько я насыпала? Наши персики, которые у нас есть, я поливаю лимонным соком совсем чуть-чуть, чтобы он и цвет, чтобы у них остался красивый, вкус придать. И чуть-чуть добавляю, ну где-то примерно вот чайную ложечку в наш крем. Теперь я все это хорошо перемешаю и взобью нашу массу миксером. Все, я взбила все в однородную массу. Наполнитель наш получился очень нежным. Я уже даже попробовала, очень даже вкусно. По желанию, если вы хотите, можете добавить изюм. И вот теперь мы берем наши персики и заполняем. Как получается. В общем, у нас вот так получилось. Чтобы они у нас не скользили, я вот на такую плату еще насыпала овсяных хлопьев. Во-первых, они впитают влагу, а во-вторых, они не будут двигаться. То есть, ну, это вы по желанию, хотите сыпьте, хотите нет. Это был мой тип. Сейчас мы все с вами украсим, посыпем сверху орешками, и наш десерт будет готов. Вот так, девочки, у нас все получилось. Я еще посыпала сверху орешками. Чезамон. Это вот такие китайские семечки. Вот. Положила орешками. То есть я украсила все для праздничного стола. В общем, получилось у нас очень даже ничего. Оригинально. Ну, девочки, если вам понравился мой рецепт, оставляйте лайки. Будем готовить еще что-нибудь интересненькое. Книжка у меня
Очень интересная. И еще очень много книжек у меня есть немецких, где есть очень необычные, очень легкие рецепты. Оставайтесь любимыми, будьте здоровыми. Пока-пока!